Я там могу его для камеры через бедро. А в чем же дело, расскажи. А, да? Серьезно? Серьезно, да. А передай привет. От сердца к солнцу. От сердца к солнцу. Понятно. Нет. Еще один. Как бы я тоже. Опа, я знаю, ты мне папиросы достал. Сердечный ты наш. Снимай. Зачем? Да хай, что ты? А можешь еще так сделать? Я? Да не ты, Даша. А чем я плох, слушай? Ну, смотри, фанаты появятся еще. Это дневники Хача, новый сезон. Ты мне этот напомнил, Обитель Анубис, новый канал. О, да, вот именно там и было. Все, тренировки пошли. Еще и собачки попрыгали. Смотрите, мочалка. Смотри, мочалка. Вот примерно ты такой видел? Да, вот именно такой. Все, заканчиваем паровозик. А то чук-чук-чук. Да, хорош. Там может еще пока я переплетусь. Пока вот этот медик готовится, переплети. Фильм какой-то. Да ладно, знаю. Все, заканчивается. Сколько там можно? Который здесь ты снимаешь? Я сюда снимаю. Тихо, тихо, тихо. Подожди, я же не собираюсь его трогать, блядь. Я тебя трону. Ты меня снимаешь? Я тебя трону сейчас. Ты что в камеру лезу? Слышишь, ты что в камеру лезешь? Да я, блядь, в камеру лезу! Все, рассосали. Хочу засветиться на экране, блядь, давай! На большом. Да хоть на этом. Ну давайте, ну что вы, да. Ну, естественно, только давайте чуть вперед. Подожди, а название будет, как же называется? А, кстати. Это, в принципе, одна школа. Одна школа. Я не знаю название, она же говорит, что за упражнение. Если что, рукопашка, это в честь Анубиса названа. Рукопашка, ну, ладно. Честь темного лорда. Да, типа, это школа темного лорда. Темного лорда Сит. Мы все долбоем. Долбоем ставил. Только не возле велосипеда чуть-чуть. Ну. Отлично. Долбоем ставил. Короче. Ты куда? Ты с нами, блядь. Вот туда стал. Я знаю, что туда. Ой, блядь. Подожди, дай я хоть извлеку ценность. Она как груша. Она как груша, вам нельзя скушать. Бон аппетит. Бон аппетит, у тебя есть уже. А я электрик, я в жизни уже ошибся. Нет, конфетка это у меня есть. Да я про тебя, для него как конфетка. Главное, глазурь не успевай, а разъедаться. Ой, бля, похуй ню ты сданул. Давай, вот так, стройтесь. Да я и так еще. Штурмовики, стройтесь. Дарт Вейдер! Дарт, блядь! Вейдер, блядь! Ну все, пойди, давай, порос! Так я ж по росту и дату и ставлю. Да, так как бы. Да, как бы, да. Да, все правильно стоит. Короче, вы всегда будете учить вас рукопашную ногу. Но. Ну и тай вам нахер не надо, поэтому это будет скучно. Что-то более спокойно. А медитация? Занятие я вам не друга на тренера. И мне похуй. Кто-то скажет, Стасян, как у него. Мне не принципиально, на сутову. Он, если что, это снимет, я скажу, это было нарушение правил. Да? Вырежешь на то. Каждый третий правил, вы все говно. Вы все говно. И синтола даже сделала, блядь. Синтола? Сука. Потому что он синтол стал синтол. Ушел в другую компанию, сразу ник поменял. Я ник свой не меняю. Да. Никогда. Тренировки будут начинаться из разминки там. Еще у меня есть, блядь, два гандонострела, блядь. Кто будет косячить, буду стрелять из гандонострела. Потом покажу, что будет. Уже стрёмно, никто. Давайте начнем разминки там руками. За мной повторять. Я понял. Ага, тебе легко. Еще раз. А что это было? Я не понял чуть-чуть. Тянитесь, суки. Твой шанс. Да. Я еще вечером увижу, не переживай. Не обязательно в лосинах. Бедро убирайтесь вот так. Только не в Дашину, да? Не твое, что ли?
Тима! Моржи теперь. Это тюлени. Тюлени, да. Это дельфины. Ни хера по-божески сделать не могут. Собака сломалась опять. Сатана принял. Черного цвета. Сатана приходит вот так. Никогда не ходите на тренировку в джинсы. Я в джинсах, поэтому я не хожу. А тебе лучше. Слышали, как трещат колени, блядь? Это от херовых мемасов. От негодных просто. Тебе уже надо на эту. На пенсию. Нет. Самое время. Ничего не на пенсию. Тебе только 17. Да. Какая пенсия? Тебе еще раз, ему 17. Я же говорю, да я до них не доживешь. Че? На колесо падай, ты сам. Я же не сказал на колени, сука, я сказал пурлежа. Отжимание, да? А я что? Момент. А ты на колесе, блядь, отжимайся. Или иди от пола проще. Давай от пола. Упала, а ну-ка, остановится, у тебя подруга появилась. Давай от пола. А, ренегат пошел. От пола? Повторяйте за мной. Понятно. Кулаки. Раз. Не, раз. Два. Раз. О, у кого-то что-то хрустнуло. Вот ногу закинь. Раз. Два. Не, вот так. Раз. Два. Ладно, я изъебываюсь. Руки ближе теперь поставили. Вот так. Это давай на одном пальце. Раз. Блин, сплыл. Теперь смотри. Ставь вот так руку. Так ногу. Не, мы так сломаемся, понимаешь? Вы попробуйте хотя бы, блядь. Нет! Это просто нет. Вот, вот, видите, он пытается, хоть и на ладони, но пытается. Ну, дальше что будет? Ниже. Илюха, ты сможешь ниже, я знаю. Пробуем? Давай. Притожу очко спусти, о, хорош! Моща, чувак. Нет, да он притор, что там баба еще. И он туда пытается, но у него не получается. В итоге засунул, высунуть никак, все. Трое детей, ипотека, квартира в долг, да? Сунул, плюнул и пошел. Нормально. Где ты тут тапочки увидел? А? Где ты тут тапочки увидел? Сунул, плюнул и пошел. Да, не Евгений, встань там стойку. Кто как стоит в стойке? Боевой? Да. Стойка бешеной лисы. Илья, стойка умного слона. Защищаешь подбородок и лицо. И сиськи. И сиськи. По-моему, это по моей части. Подбородок и лицо. Ты смотри, согни спину. Вот, ты стоишь, да, согни спину. Чтобы у тебя все мышцы на спине были, блядь, напряжены. Ну понятно. Вот. Теперь смотри, нога должна быть немного изогнута. И вот это отогнуто. Вот в крайнем случае, да? Спасибо. Да. Вот, так. Что ты родишь? Во-первых, ноги местами поменяй, блядь. Так. Я тебя говорю. Это прямо. Вот это вот немного подожми под себя. Она же у тебя на вытянутой. Ее же надо полусохнуть. Спину, блядь, в панцирь собирай. Спину в панцирь и руки, смотри. Вот так держи. Вот. Вот это защищает подбородок и печень. Вот это вот. И вот эту часть лица, понял? Да, она хочет прикрывать. Вот, раз, два. Ты что, Илья, не ты... Илья, не надо кулаком в лицо себе. И смотрите, вот когда вы бьете прямой удар, да? Просто как вот. Вы, короче, что я заметил за обоими? Вы просто ногу открываете. Смотрите, нога должна немного изворачиваться, потому что от нее идет энергия. Нет, от нее типа идет... в руку. Я не знаю. Вы просто массу тела. Типа ногой, как пружинь. Вы просто массу тела ногой переносите в кулак. Вот. Вот. И погнали. Да. Типа. Что-то мне это не нравится. Да. Делайте. Я тут сейчас объясню. Ногу вот так. Это прямо. Спину вот так себе. Это как-то знаешь, отпрыгивание, типа. Смотри, это нога полусогнута. Он же говорит, что не снимай, сейчас будет видео для Бразерс. Домашняя немецкая, да? Локоть прикрывает печень. Кулак прикрывает подбородок. Да, я не знаю. Неважно. Вот эту часть. На палку вырвать. Вот ты держишься, да? Ага, в пустыню пойти. Теперь смотри на мои ноги просто.
Я дерево не ломаю. У меня душа слишком для этого. Руку не то. Животное или растение убивать не то. Это ж вы, блин. Такое выражение лица. Мани-мани-мани. Прятом. А спрятом. Вот, где ты руку, блядь, где ты сиську прикрываешь? Нет. Ну вот, вот, пошел. Нет. Мне похуй, я могу с разных ног, я уже привык. Мне не принципиально. Анонис, это уже ты перешел уже на право. Это была, ну, давай, чё, это была недолунная паковка. Ужасно. Да. Ужасно. Поверь, я боксом не занимался, поэтому... Ужасно, ты работал не в этой идее, не матери. Я тебе поэтому и поставил. Что такое? Надо было разминаться нормально. Ниженько был. Чего остановился? Это просто смешно. Я уже хочу знать. Сука, где мой дроп, сука? Это, короче, такая херненка. С гандоном. Напальник. Да, у тебя это пластырь. Это рябинострел называется. А ё мать. Когда? Вау, это пока я стрелять буду, не рябина, не рябина. Рябина это знаешь какое? Это слабачков. Ты камень? Ну, рябина для слабачков, а у тебя что? Меня? Да. Прикольные патроны у тебя шоколадные для автомобиля. На трибуне спиздил. А? На страйкболе спиздил. Ну, Жарю, на трибуне спиздил. Я на страйкболе спиздил, ну как, купил, типа, два рожка. Выстрелил только один, и один у меня остался. Он должен фильм спиздить. Блять, я сейчас... Не помню, какой-то из них дырял. А ты проверь. О, как активно начали заниматься, а? Хороший стимул. Стимуляция. Чего тебе? Носок не отрывать, я, блядь, пятку поднимай. Вот если бы я выстрелил, было бы херово. Больно, надо надеяться, что как? Скажи мне, ну вот смотри, ну что, 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 так? Вот. А прикинь, сейчас когда пулю отобьет. Ногу выворачиваешь просто. И от нее пружинит. Сразу мило. На украинском ты уже начал. Ты как и я. То русским, то украинским. Я с ужиком. Блять, пятку поднимай, заебал. Рикошет прямо в этот. Я же говорю. Вот, 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 вот. И ногу не подтягивай, на месте держи. Просто крути ее. Вот. Ты встал, да? Вот что значит? А, блядь, не с той ноги. Не с той ноги! Встал не с той ноги просто. Смотри, вот ты встал, да? Вот. У меня нога не сдвигается. Просто понял, как он как объясняет. Смотри, нога вообще ни на сколько не насыщает. Вот, то есть, ну, смотри, ты когда бьешь, это должна быть у тебя одна прямая линия. Ну, немного изогнутая. Это вот. Как молниеносным мечом лупишь. Вот, что-то типа того. Типа это как мечом я тебя учил. Кто будет косячить, как Илюха, буду стрелять в голову. Любимый, я не знаю. На следующую тренировку берем шлем. Что, остановился? Хочешь как Илья? Хочешь стать на место? А первого, второго или третьего уровня? Хочешь получить пульки в голову? А какого ревня есть? У тебя этот повод спрашивает. Что? Шлемы каких уровней брать? А первого, второго или третьего? От меня не спасет ни один. Пробивной сразу. Если я ёбну просто, а не патроном стрельну. Нет, это если шлем Дарта Вейдера взять, то может быть. Хотя у нас тренер, если косячим, просто подходит и лупит по прессу. Ого. А мы это сегодня немного попрактикуем. Ну-ну-ну-ну, у меня еще заводна, зато сменяю. Надо же еще ж, блядь, уметь держать туда. Куда ты, блядь, бьешь? Заебал. Не вниз ты бьешь, а вот, прямо. Прямо. И руку выворачивай, а не вот, ты бьешь, блядь. Типа вот это, что ты, блядь, мясо отбиваешь, нахуй? А, блядь. А ну-ка, а ну-ка, ты видишь, это вот это? Я не бывает, вот. Ты хотя бы помнишь, откуда техника пьяного кулака или нет? Этот. Рок Ли, если набухается, то у него сразу техника пьяного кулака. Смотрите, в чем прикол, ребят, здесь тоже свои азы. Вы вот когда бьете, да? Вот, прямой. Вот так легко. Мужик идет ржет, блядь. А в конце просто напрягает. Такой из этого разворачивается. Илья, 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 блин, это техника пьяного этого бобра. Это жеваная жопа скорее, не пьяный бобра. Гадайте, кто тянул еще раз? Илья. Почти угадал. А кто? В мою сторону смотрел. Дерево, блядь. Потому так что оно стоит, я не попал. Так оно стоит, блядь, просто как пьяное. Оно стоит за дверью. Так, Саш, я нормально получаю. Ты хотел бы снимать?
Илья, блядь, ты на спичках стоишь или как? Ну что ты это такое? Ты сид кого-то решил? А смотри, ты же когда бьешь, вот прямой, я же объяснял. Вот ты ногу. Я уже тут тебя, ну это, наркорой. Там сам посмотри. Так ты скоро выкопаешь себе могилу, так? У Даши лучше, чем у тебя получается. Она баба, между прочим, я проверял. Там когда залазил в этот, куда я подумал. Ну что-то типа того. Ну ты меня понял, если что. Я же говорил, тебе и свет не светит. Я ж не рассказывал, так ты... Двоих или троих. Кстати, потом он же... Он же на стрелку. Я прям... Подожди, ты что, с плечиком подзвал? Нет, это на палечке. А! Вот не на палечник, а на пальник. Самый умный. Слушай, а долго вы будете заниматься фистингом человеку-невидимке, а? Кстати, ребят, пока они тренируются, смотрите, я хочу снять фильм, нужны спонсоры, просто представьте, новый вид хоррора. Девушка лежит и фистит себя, а кто-то изнутри руку пожимает. Охуенный сюжет. Пытается внутрь затащить. Я видел сюжет в порнухе, который начинался так же. Знаешь, когда мама лежит, себя фистит, вытаскивает, а из дырки музыка. Ты узнаешь меня из тысячи. А то жопа ожила просто и начинает фистить. Хороший это будет. Потом посмотри. Смотри, у тебя рука, блядь, вот. Оно должно идти вот. Вот смотри. Оно попробуй делать, как я. Воздух. Анубис? Он расслабляет руку, а в конце потом. Вот он их еще обучит этой. Все, сюжет для Кобы уже готов. Воздушному удару, а не воздухом. Илья, следующий Коб, я уже понял, какой будет. Это новое называется. Батюшка на свечку посадил. Все, сдох твой напальник. Не, я все патроны просто. А, ну я как бы твой будет. А, как стараюсь. Слышишь? А, ну пусть будет. Как бы в руку прилетело. О, 7 или 9 патронов. Я стараюсь. Так давай 19, слышишь? У меня 19. Ямацуки, я вставляю! Что остановился? Я не поняла. Вот только у тебя в нее, по-моему, будет другой выстрел. Такой, поворачивайся. Ты прям в натуре с гондона стрела стреляешь. Хули. Стань весом вперед, а ко мне задом. Блять, практикуйте. Пушка на курих ножках. Ногу сгибает, так. Как Илья. Так, как Ильян, вот смотри, ты вот так делаешь просто. Вот, ты должен пружинить от ноги. Блин, звука одного не хватает. Вот звука одного не хватает. Ну сделай так еще раз. Еще, блин. Вот этого звука. Понял? Да мы уже поняли. Давай. Что ж ты постоянно повторяешь? Киньте мне бутылку с водой кто-нибудь. Блядь, человек-невидимка уже умер от фистинга, хватит уже, блядь. Да я тоже уже как бы. Аллах Акбар. Это техника бесконтактного боя. Типа бутылка. Который умеет только спецназ, да? Русский при том. Не, прикинь кого-то... У кого-то выучат так, что кто-то из них облысеет и будет как Сайтама. С одной тычки, блядь, убивать все. One Punch Man, блин. Может что-то дальше? Перчатки для фистинга. Так типа я могу вообще все показать, вы запомните? Блядь? Да не на указательные одевай, а на безымянный и средний. Да нет, почему, смотри. А что не вот так? Это потому что эти два идут сразу в дырку, так? Да. А тут один так, один так. А-а-а. Мозги! Потом пока. Да! Ты что ж с тобой не так? Илья, что ты делаешь? Вот оно, как инфектовал. Ты понял? Блядь. Тут ты понял, как это делается. Я знаю, как это делается, но Илья, ну... Вот ты бы видел,
когда в фехтовании учились. Я тебе говорю, ты бы раньше, когда пришел. Да, знаешь, мне проще прикладом от автомата ударить, блядь, чем вот так вот. У него хуй во рту. Он вылазит у него оттуда. Дайте сигарет, надо после такого закурить. Немножечко бы не туда. Ну да ладно. А то ветер уже сбил. Да какой она спешила, она спешила. Вы для чего остановились? Ну или она не поймала. Новый музыкальный инструмент. Красавь. Fire in the hole. Oh no. Знаешь, что на палечник стоит? Я просто на него падаю и трек такой. Oh no. Ты мне этого... Блядь, не напоминай мой вчерашний... Да, я понял, вчера тебе день рождения. Да. Как бы чуваку бутылку бросили, а он на нее же упал. На эту? А, кстати, Бова, помнишь, что у Олега? Мы, короче, иду и как говорит, ты куришь? Да помню я это все. Не отвлекайся. Да я знаю. Помнишь, это знаешь? Ты... Допустим, стоит она просто так, вот нечеля, да? Зима, холод, и я такой. И на бутылочку. Бам-бам-бауэй. Дай, не люблю попить. Не, мне вспоминается один конкурс. Не боишься сифилис подхватить? Нет. Тогда пусть. У самого, да? Не, я неубиваемый, понимаешь? Этот, господи, напомнил. Никакой вирус не берет. Это как, помнишь, ботаник батареи прикован? Такой, дяденька, не ебите меня, у меня герпес. Ничего, у меня спид. Я знаю. Не, он сказал не ебить, это такой, дяденька, не трахайте меня, у меня герпес. Ничего, у меня спит. Да нахуй ты ее туда поставил? Что? Нахуй ты ее туда поставил? Брось на место. Граната! Ай, духов! Что у тебя плохо с метанием гранат? Ну нормально. Нормально. Я понял, чего вам не хватает. Учи как метать гранаты? Два кружка по полю. Я тебя мотану, у меня отдышка, не забывай. Хорошо, кружок, побежай. Ты еще молодой, какая отдышка? Первый пошел. Как сколько тебе лет, блин, отдышка? Третий тоже. У меня есть свои принципы. Давай, будь мужиком. Тряпка. Мы можем покурить. Пока они кружочек не ваши. Вы две ленивые суки, не срезать! Блядь, девка их уделывает, пиздец. Ай, блядь. Потом после тренировки что-ли, пацан уделил. Да закрой, на. Делился самым ценным. Блядь, возьми бутылку. Бля, как хуячат. А теперь Илюха девку уделывает. Это этот вообще. Да. Илья, мужик! Не то слово. Зато бегает такая. Я бы про Дашу ляпнул бы прикол. Я же говорю, зато бегает такая. Но это Илья в своем плане идиот. Вот он оббежал Дашу, да, я бы сзади бежал. И любовался бы видами, да? Если спереди бежать, можно шею свернуть. Не, спереди тоже есть что посмотреть, понимаешь? Именно... Ну так я же говорю, если спереди нее бежать. Только Илья, надо как-то задом бежать, да. Вот, можно шею свернуть. Ну да. Не садиться и не останавливаться. И так, самый последний бежит Дарт Вейдер. Но походу ему сила не помогает. И говорит джедай закурить. Да, я не дам, поскольку силы покинули меня. Я же сказал, не курить. Так моя тренировка, все. Я не в том смысле. Не стой на месте, походи, подыши. А я что делаю? Подыши сигаретным дымом, да. Так, пассивное курение вреднее активного, так что. А ему пох. Самое прикольное это было в тягу. Не, если не в тягу, типа вот так. Это интересно, да. Ну это как у меня знакомая курила, блядь, целый год, слышишь? Просто в рот дыма наберет, такая. О, да. Я так начинал курить. Аналогично. Анубис, а ты кольцо умеешь делать? Сейчас ну ты понял, ты меня понял. Да, могу. Я могу, ну с кальяна пизже всего выходит. Ну кальян... потому что в кальяне дым более плотный. Да. Если кальян на молоке сбодяшь. А уже пробовали, кстати. И как? Заебись. Еще и табак мультифрукт. В армии, если возьму, там похуй будет на дым. Не-не, я в армии не годен. Я отстранен. Блять, если меня с своей спиной возьмут, то буду пиздец. Какой-то парень, пожалуйста. Найн. Шайза. Шнели.
Мне главное, чтобы вы это запомнили и могли практиковать дома. То есть, чтобы вы здесь хотя пару раз правильно это сделали. Короче, мягко говоря, пиздите зеркало. Это вы это имеешь? Да. Давай, бой с гением. Нет, ты не можешь отдыхать. Ты сам сказал, два пальца показал. Я сказал, вы двое отдыхаете, а он тоже такой. Да я же понял, я такой думаю. Так. Не бой с тенью, а бой с хренью. С тобой никто драться не будет. Интересно. А что это? Что это, блядь? Я тебе сейчас покажу. Весь ты, ветка, иди сюда. Анубис, это вот так, смотри. Анубис, вот так. Сюда, зараза такая. Вот можешь прям так ты же в пизде живой. Не, ну я примером показываю, это фуражка. Вот, ты прикрываешь вот часть и вот Ты в этой фуражке на тракториста похож. Я тебе сейчас покажу тракториста. Давно цветового мяча бегал. Кстати, можешь заправить футболку, блядь, в это самое? Я тебя заправлю. Заправь просто футболку в спортивке, не спорь с тренером, блядь. Вот сейчас, буквально на минуту, потом вытащу. Мне жарко станет потом. Мне не станет, не жарко, тебе даже подходить никто не будет. Просто Анубис. Вот, блядь, берешь вот так и заправляешь, заебал. Вот прям вот так. Ты на это сейчас посмотри, на все. Анубис, выправи еще раз и сделай. И посмотришь на левую сторону. Блядь, сделай. Я не сделаю. Сделай. Почему? Я не любитель. Так сделай, блядь, заебал. Просто не беси меня, сделай. Сделай, блядь, Стасян, я о многом прошу взять футболку. Анубис, мне и так душно, куда ты меня заправляешь? Блядь, Вова, можешь футболку в шорты заправить? Ну тебе это сложно будет сделать? Нет. Вот, давай. Я ж не о многом прошу. Анубис, не-не-не-не-не. Мама, я мне об этом так и называли. Смотри. Понял? Анубис, ты сигарету вторую закури еще одну. Тебе легче станет. Мне скоро придется. Потому что у меня так в училище, я переучил малярство. Давай еще раз. Вот так, еще раз. Вот так. Только смотри, ты просто ногу поворачиваешь, да? Ты должен присаживать немного на ногу и вот так вес поднять. Ну потому что вот смотри, вот где-то у меня были перчатки. Ты что, заболел? Одолжить. Там тебе твои не помогут. Заболел? Это перчатки для пидорасов. Так пусть ножку. Они даже не для бокса. Одевай. Ладно, делай мне еще встану. Что для пидорасов? Одевай. Что не для шалуны? Потому что я их не одеваю на себя. А ты шалун, да? А ты пидорас? Нет. Лея, давай. Держи вот так руки. Вот сюда бей. Вот смотри, вот когда ты бьешь вот так вот, ну, такое, да? А вот ты с подпрыжки, немножко по-другому, скажи. Да. Вот, объяснил? Да. Все, снимай перчатки, пидорас. Бей. А подожди, надо для сравнения я сначала. Вот смотри, вот он бьет просто ногу и сворачивает. Да, вот так, как я показываю. Есть разница? Небольшая есть, да. Ну, потому что я, блядь, попал сначала сюда, потом туда. Так не в камеру, а, блин, в руку бей. Это знаешь, как я? Илья, ты мажешь вот сюда, вот, центр. Санта, можешь камеру подержать, иначе мне жалко станет. Да не бойся, давай. В центр руки бей. Тат. Ну. Смотри, ты сюда улетел, центр. Анубис, он походу штурмовик имперский. Тип-т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 ип
такое? А что там? Смотри, у тебя лепится или сюда, или сюда. Сердце, центр. Из чего? Из того, что она сказала, что она ждет сникерс. Сникерс? Во! Нормально, давай. На сникерс я куплю, нам в парке. Сори. Все равно бог. Это смотря еще как. Это нормально. Главное, чтобы он хотя бы прямой научился бить. А потом уже скорректируем. Смотри, он бьет, короче, не костяшками, а нижней частью. Пальцы? Вот это, да. Ты не костяшками бьешь. Да смотри, вот еще костяшки. А ну подожди, ударь. Вот этой, походу, частью. Или мажет, или так. Как штурмовик имперский. Смотри, ты что делаешь? Ты вот костяшки вот поставь руку. Ты неправильно держишь, вот да. Так. Так, ты костяшки, блядь, вот так вот даешь, да? Ты должен наоборот, ты руку должен сжать, да, вот. Вот, то есть сожми руку в кулак, а не вот это приспособление для дрочки, блядь. Я, блядь. Вот, сожми руку. Смотри, вот так взял. Вот, то есть у тебя идет подача удара вот так. То есть, будто бы ты вот так бьешь. Ты себе руку сломаешь, да? А должна быть вот так.
То есть, вот, у тебя рука должна идти легко, как плетка. Типа вот, энергию вот, чувствовать. Вот, да? Сейчас ты сама себя в бороду. Понял? Давай, херач. Легко, как плетка, и спряжаться в конце, давай. Во! Давай еще раз. Ну не, подожди, ну шо... Не, надо ж попонтоваться для бабы, херач в бицепс. Я уже в пресс. Там его нет. Блин, чё? Его булочки убили. Бабкины булочки. Миле, ты, наверное, Ле, ты, скорее всего, кисть сломаешь при таких ударах. Вот это был удар, блядь. Вот это был удар. Вот, да, вот это я почувствовал. Подожди, ага, и кисть, пиздец. Чё? И рука такая. Руки нету. А как так, там было? А, о чем мы радуемся? Девчонки. Твоя очередь. Вэт, без чувств? Давай. Меня мама в детстве сильнее сделала. Да-да-да. Сян, твоя очередь. Я-то тоже, блядь, и ногами учится. Не, я умею ногами. У меня растяжка есть больше на левой, чем на правой. Я та же хуйня, сори, уйди, ты пальцами бьешь, надо бить костяшками. Извини, я костяшками не привык бить, я пальцами привык. Ты пальцы сам нахуй сломаешь. Ну, у меня брат учил. Ну, вот эта часть. Вот, вот. Костяшки, костяшка. Вот, он смотри, он легче, чем ты, он бьет сильнее, чем ты. Что это было? Да я вижу. Ну, там. Все на камеру, блядь. А сейчас тебя в голову зарядит. Знаешь, как это выглядит? Здесь попал. Сандал, ты снимай. Это первый и последний раз, когда они бьют тренера. Потом все изменится, да. Это только начало. Дед Максим. Дед Стася. Все, молодец. На тебя подстроились. Вот здесь попал, здесь мимо, здесь попал, залево. Более-менее. Ой, херач со всей дури. Ты бьёшь как девчонка. Ты бьёшь как девчонка. Я есть девчонка. А ну без не тот выбор. Да при том, что ты мужик. Во! Пацаны, она сейчас уебала сильнее, чем вы оба. Вместе взятые. А ну. Вот так же, как ты мне последний раз прописал. Я постараюсь. Тихо. Как ты мне последний раз прописал, я ему делал. Я постараюсь. Ух ты, нюх, а ну, нихера себе, а ну, слушай, вот это дубит хорошо. А ну-ка, а хотя это должна говорить она и мне. Она реально дубит хорошо. Я знаю. Офигеть. Вот, у нее удар хороший. Она просто... Погоди, она делает правильно. Ребят, она сильнее вас вдвоем, понимаете? Ко мне вес. Как бы да, нехило. Она понял, смотри, она действительно, типа, весь вес от пружины переносит, подает, да. Переносит на руку, да. Они просто руку подают. Не выстрашивай, если она в челюсть так заедет. Пай. Проебал. Вот. Так. Вот. Тихо, велик, это... Так, живой? Так. Предлагаю потом на Mortal Kombat ходить. Чуть-чуть, и ты ему бил низу ударил. Так, от моего велика подальше. Хотел выше, наоборот. А то это какая-то сама сдача. А то я уебу, больно будет. По очереди ж всем. Ты понял, как это работает, нет? Главное, потом, если что... Короче, фа, когда тебя бьет в живот, то ты должен как принимать удар. Да, вот смотри, сгибаешься, выдыхаешь и напрягаешь пресс-вес. Да? Короче, представь... Только не в солнечный, не вот сюда. Я вот знаю, сюда. Вот знаю, вот это нижняя часть. Да, давай. Я ниже бил. Да пофиг. Нормально? Музей. Когда у двух от него сигареты шоколадкой пахнет. Шоколад. Нормально? Меня просто нос забит. Ну понятно. Поэтому бывает. Шоколадом пахнет. Тихо. Ну, немного побили булочки мой пресс, но ваши удары там держат. А вот за нее я сомневаюсь. Не, ну я что? Я не сомневаюсь, но как бы я за нее переживаю. Сейчас будет пробитие. Дверь смотри, по клёвкам. О, велосипед и улет назад. Смотри, я просто проверю, ты проебываешь или нет, это явно. Надо, блядь, выдыхать, не задерживай воздух, хуже будет. Когда тебя ударят, ты просто такой... И все, понял? Выдыхай сразу. Нет, Стас. Ртом или носом выбирать? Носом. О, вообще носом надо, это я ртом делаю. Ушами. Нос забит. Если нос забит, делай ртом, понял? Все, так, руку держи. Вообще, главное дышать. Ты же стой. Типа, стой, ноги не обязательно именно стой. Тихо! Я ж велосипед отъехал назад! Так подальше отойдите. Или он вообще на этот, на место, где нету? Не, хотя почувствовал, я выдохнул вовремя. Я вовремя выдохнул. Почувствовал? Почувствовал жизнь. Не так больно. Да, именно вот это ж как раз. А, блядь, я ж сравнение не провел. А теперь не выдыхай. Подожди, а теперь не выдыхай, просто сравни. Окончательно не выдох. Только легко, договорились? Так же, вот, как я последний раз. Отойди от велика, блин. Дурик. Все, хорош.
Только не выдыхать, как я учу, понял? Я просто сравнение. Не, больно! Больно! Вот это звук! Знаешь, когда в Запорожье с кривой вставили. Такое ощущение, что звук вышел с двух сторон. Это было больно, сейчас не надо дыхать. Из меня чуть оливье не выдавил, ты аккуратнее. Это было ровно так же. У тебя, сука, оливье есть? Как ты, сука? Да я после своего дня рождения остался оливье, там еще бутылочка коньячка осталась. Пошли к тебе. Приглашение. Слышь? Там еще бутылка осталась. Пошли к тебе отмечать прошедшее. Ой, так подожди, мы еще с твоего, подожди, у нас два день рождения с тобой. Ну я бухла куплю сегодня. Пошли к тебе на хату. У меня карточка дома. Это пизды. Сейчас такое ощущение, как я в броне упал. Вот реально вот такое было ощущение. Сейчас посмотрим, как она его любит. Там сильно. Даш, короче. Время не вот это, ни хрена. Вот выше вот это. Я запомню. Короче, где вот эти два глазика? Почек. Я еще тебя захвачу через... Только, ты ж понимаешь? Да прогибом уже шоли вот так. Пацаны, нахуяриться нечего. Извини. Теперь смотри. Вот для сравнения. Не бойся, просто напряги живот. Тебе полегче. Почувствовал, да? Теперь понял? Теперь выдыхай, когда иди. Вот так резко. Как насос! Как ёжик. Не так больно? Не знаю. Ну типа, смотри. Сейчас отдышка. Не просто напрягла, и когда я бью, выдыхаю, а именно вот когда вот уже рука где-то вот здесь, и вот так делаешь. Объявляю вас мужем и женой, целуйтесь. Это не значит, что она мой лучший ученик, но пока да. А где же святое кадило? Да, а зачем кадило? Ученик с учителем спит, это там жестко. Это кадило. Жестко. Да когда лучший мой ученик? Не точно спорю. А ты станешь ты лучшим учеником, ну придется с тобой. Шел бы ты подальше. А ну бы у меня лучший учитель по фехтованию. Ребят, а вы видели, как летает камера, нет? Я видел. Что это за позорство? Сука, он в шортах, блядь. Не, в джинсах нереально, ты че? Ноги стягивает, понял, это часть. Ноги хоть и стягивает, типа, да я просто... Да ты их порвешь, скорее всего, джинсы. Я же не собирался им ногами показывать пары вообще. Резко. А там в чем прикол? В джинсах как минимум можно уебать настолько. Ты снимай просто камеру. Тихо. Можно уклепать внутрь. Аккуратно. Наружный лоу-кик. Ну и хотя бы... Хай-кик. Подожди, хай-кик ты не возьмешь. А? В джинсах хай-кик ты не возьмешь. Я же говорю, хай-кик не возьмет. Внутренний метал-кик, лоу-кик и... Ой, господи. Лоу-кик, внутренний лоу-кик. И металл-кик по почкам. Смотри, вот, сюда бьется внутренний лоу-кик. Чего металл-кик называется, не понял, подожди. Сюда лоу-кик, а вот сюда металл-кик. Давайте ебану по почкам, поймешь, что называется металл-кик. Давай я тебе ебну. Поверь, это будет больно. Знаешь, я еще жить хочу, у меня вон смерть своя есть. Ну что, мы остановились, продолжаем? Да, собственно. Короче, ребят, практикуйте друг на друга это спряжение. Кто-то вместе с Антоном. Просто спасайтесь от меня. Я приду, проверю. Я пока сгоняю с Вовчиком по сигарете. А точнее, Вовчик со мной. Долбоёб! Погоди. Притормози съемку. Подожди, ты подождешь потом до ЗАГСа. Зачем? Да, блядь. Сан, пригальмуй. Зачем? Выключи. Зачем? Я тебе скажу потом. Это важный сюрприз для Даши. Притормози с этим сюрпризом. Так что было? Пацаны, вот ты снимаешь? Да. Лайфхаки. Как добиться девушки? Как? Берем обычный листок, красный. Так подожди, что там? Смотри. Вот делаем вот так, да? Это сделал Стас. Ай, блядь, что так страшно-то? Не страшно, это акрил, который есть был выбор. Смотри. Не ограничение. Делаем вот так. А теперь смотри фокус. Понял? И все. Не, можно и побольше. Горько. Потом. Все, пацаны, пошли.